Ну, вхождение в Евросоюз Украине, мне кажется, ничего хорошего не сулит. Значит, почему? Давайте посмотрим на те бывшие советские республики и социалистические страны Европы, которые туда вошли. Но если говорить об уровне жизни, ну, в той же Прибалтике, да, или же, ну, скажем, там, в Венгрии, нельзя сказать, что люди, которые там живут, в этих государствах, получили от вхождения в Евросоюз что-то особенное. Насколько я знаю, что предприятия ликвидированы. Ну, например, в Венгрии ликвидированы практически все предприятия по переработке овощей и фруктов. Их просто скупили и обанкротили для того, чтобы рынок освободить для себя потребление европейским более крупным компаниям. Что ждет Украину? Мне кажется, что ждет экономический коллапс в связи с вхождением. Да? Никаких серьезных денег туда никто вливать не будет. У них у самих проблем сейчас выше крыши. Но в той же Греции, пожалуйста, да, в той же Испании огромная безработица. А это, простите меня, не Украина. Там менталитет все-таки, ну, скажем, людей... Ну, в той же Испании они долгое время находились в европейских вот этих капиталистических отношениях. А Украина до этого была советской республикой, социалистической, да, где люди как бы жили по другим законам и представлениям. Коллапс ждет Украину, и экономический, в первую очередь, коллапс, который приведет к гибели того, скажем так, руководства, не в прямом смысле гибели, а к измене того руководства, которое сейчас находится у власти там. Поскольку, ну, я просто знаю ситуацию не понаслышке, а от родственников, которые там живут.